День всем добрый, продолжаем наше путешествие по дотке и к нулемедузу. Пик довольно интересный на самом деле. Так, и вот в этом я во всем смысле-то не вижу. Нет, ну в палочку еще ладно. Но в остальном я бы вот так вот тарился. Зачем ты берешь, блин, того, кем играешь первый раз? Вот скажи, это же рейтинг как бы. Друг, извини, мид занят, давай иди отсюда. И какой-то шанс затащить будет. Ты пикнул героя, ты играешь им первый раз, ты думаешь, ты идешь на мид, да? Не-не-не, сам уходи давай. Профиль дота, смотрим. Вот тут ничего не показывает. 9. Ну ладно. А, ладно, идем в изи тогда. Нет, в харду идем. Ну иди, иди, иди на мид, тащер. Я тогда на харде постою, пофармлю. Ну посмотрим, насколько он тащит. Но все-таки Горгона, да, это... Сейчас обязаны убить, сам понимаешь, кого. Горгона это у нас такой герой, да, который как бы фарм хиро, то есть он хорош, когда он на фарме, но он не слишком хорош, когда у него нет шмота. При этом еще надо понимать, что я ганчить не смогу Горгоной, да. Потому что, да, Горгона такой герой. С другой стороны, мы тут вот люди можем жизнь очень сильно испортить со своим вот этим Мистик Снейком. Так, и еще там подхарасить их немножко. Особенно Омнику мы можем жизнь сильно испортить. У него мана в начале вообще нет. То есть он без маны ходит. Прыгай на него. Так, это забираем. Забираем. Так, и меня бьют. Так. Хорошо. Забираем. Ну, пик довольно интересный, да, как бы есть и... Не буду тебя забирать ничего. Никакой такой жесткой определенности нет, да, есть как бы у них вариант затащить. У нас есть шанс затащить. Вот это вот мне нравится. Вот. Никогда не знаешь, чем кончится вот это вот. Забираем крипа. Да блять, как-то проблематично, сука. Забираем крипа. Первым артом, наверное, Майлсторм варим, как всегда. Вторым линку. Линка, в принципе, и против дума, да, поможет, когда он, ну, если он неосторожно будет дум кидать в меня. И линка поможет. Собственно, и против огра поможет, да. Особенно мультикасты не будут проходить. Сейчас подойду, убьем. Да похуй, мне он все равно не будет. Ай-яй-яй, куда он полез? Я еще за ним. Ай, таур меня. Зацепил сильно. Ладно, ботиночек. Чтобы быстрее бегать. Мистик Снейк Масим. Хотя может скайверу помочь лучше. Снайпер меня своего. Не, я думаю, мучаем, у него брони нет. Давай сейчас убьем кого-нибудь. Огр толстый, надо тени убивать. Так, это забираем. У тебя есть тапок там. Там. Пытаемся так, забрать. Надо, блядь, отвод, конечно. Сложно. И особо лайн не отпушиваем. Потому что нам невыгодно будет стоять где-то внизу. Так, тебя. Тебя забрать. Особо пока вперед не лезем, все равно убивать нечего. Missing middle.
Так, и второй Mystic Snake, это уже можно использовать. Собственно, используем. Делаю отвод, короче, делаю отвод и забираем, потому что у меня ДД в банке. Так, не умри. Ну все, забрали Дума, который играл слишком агрессивно. Тоже забираем. Перчаточка. Майлсторм. Гаргона такой герой, да, Медуза, который надо будет одевать, ну, как бы, через все статы, да, то есть через Линку надо будет одевать, через Кадим. Можно ей и Size of Vice тоже створить, потому что, как бы, интеллект для Гаргона это полезный навык, да, который представляет собой ХП. Чем больше интеллекта, тем Гаргона как бы толще становится. При этом баф дает очень нехилый. Больше будет, чем единица вот с его, да, грубо говоря. То есть единица, одна единица маны поглощает 2,5 единиц урона. Вот. Поэтому, по идее, даже мана более выгодна нам становится, чем сила. Поэтому инта нам очень и очень решает для нас. Так же, как для нас, как и решает Агила, собственно, и так же для нас, как и решает сила. Инта решает, конечно, немножко больше, чем сила. Единственное, что полностью щит, вот этот весь урон, он не абсорбит. То есть у нас будет постепенно отпускаться и мана, когда на нас будет набегать, и ХП тоже будет уменьшаться, да? То есть 60% урона только абсорба идет. Так, тут забираем. Идет ганг. Так, тут забираем двоих. Так, да, только одного ушло. Так, и ганг всех обломался тоже. Счет 4-0 пока все равно, как бы. Тут Clarity юзаем. Домой нахуй. Так, не забирается. И Mystic Snake у нас уже третий, как бы. Мы сейчас фармить им просто будем. Как сейчас. Так, убегаем. Не забываем, что сзади кентавр идет. На одну. То есть сразу прыгать, только подходить буду. Если ты не попадешь, то мы не убьем. Мне клетку смысла ставить нету. И тут запускаем Mystic Snake. Небольшая агрессия в нашу сторону, да? Так, и последний Clarity идем. Это вот надо забрать. Не даем им лишнего фарма. Гаргона очень такой забавный на самом деле персонаж, да, даже я бы сказал, очень полезный. Гаргона очень небольшой КД на ульт, и этот ульт, он довольно имбовый. Забираем. Я еще забрать бы. Да, нормально забрали. Отходим, прокачиваем ульту. Особо не паримся, никуда не ходим гангать. У нас персонаж кэрри. Нам надо просто линку собрать, собрать мажор, да. И потом собрать скади. Потом тупо какой-нибудь дабл крит сварить, и мы имба. Так, М отдаем. Mystic
Снейком. Фармить не даем. Курьера убивает кто-то. И вот уже довольно неплохо. Мажор уже почти есть. Правда, 8-я минута уже. Тоже. Долго фармим. Горгона, она вообще очень быстро фармится вот за счет вот этой вот способности Мистик Снейка. Давай, и очень давай, просто играть. Пора бы уже. Так. Ах. Не зацепил. Так, тебя тоже зацепим. И докачиваем. 170 маны. Аккуратнее. Наносит довольно много урона. Плюс атака, да, спелшовая, то есть нескольких. Чем дальше будет, чем больше будет цель, да, тем больше урона, чем больше прыжков как бы сделать до цели, тем больше урона наносит. Вот как сейчас, например, думаю. Сейчас можно и ни одного забирать. Так, это тоже. Крипстат 41, довольно неплохо идем. И дум, видимо, Мидас пытается сварить, бедный. Ему это никак не удается. Давай, принесу тебе, что надо, выложу. Дум, у меня нет маны, давай. Жди, не нападай. Не нападай, говорю, жди, блядь. Меня ой, Дум, я пошутил, у меня есть мана. Ах, жаль, не зацепил. Так, и, наверное, на базу откинусь. Спасибо. Пульт есть, если что. Я нет, наверное, не откинусь. Она сейчас прибавится, еще руну какую-нибудь найдем. Да, вот. Уже неплохо. Счет 1-6. То есть команда у меня довольно неплохая, да, действительно, Скайврас что-то может сделать. Чувствуется. Пойдем бороться. Ай. Так, это добираем. Везем. Куру кто-нибудь тяпнет, нет? Тут алоэ добираем, кто потому что у нас кура, как бы... ебаная, кура, вышка на меня сагрилась. Я даже ни на кого не нажимал атаку, блядь. Что это за бред ебаный? Так, вот это вот надо в сало. Я ни на кого не нажимал, она меня убила. Это вот сало кинули. Не выношу манты, вообще, вообще не выношу, не выношу маты. А маты не по делу, вообще не выношу полностью. Еще сильнее, чем просто маты. Так, добиваем. Можем даже тройной урон брать уже. Чтобы просто вот такую вот фигню делать. Вот и все. Прощай, Дум. И сейчас отвод крипов делаем. Куда-нибудь в сторонку. Чтобы там совсем уже... того самого изи фарм себе устроить. Так, докачиваем. Оп, снайпер пришел. Он талку добивает. Пойдем, 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 он добивает же. Ах. Развернулись. Ну и... ну да, снайпер нас добил. Жаль. Так, видимо, сейчас палочку соберем. А, ну он тауэр добивает, жалко стало просто. Я думаю, он на день сейчас пойдем убьем. А там еще видишь дум. И счет, собственно, разгромный, 3-12. Снайперу не даем качаться, да, не даем делать камбэки. И это уже неплохо, собственно. Так, палочку добрали. Вот это... фастбуцы. Да, он обоссится. Нет, ну, либо фастбуцы надо, либо, собственно, ПТ-шечку. Да. То есть, либо скорость увеличим атаки, либо... да, макс атаки увеличиваем. И то нам, в принципе, нужно. Просто какой степени и что нам нужно. Это вот интересно. Так, забираем.
Там у нас огрмаг, да? Отдается. Так. Перевели. И все. Собственно, на этом. Можно даже рапиру можем вот собрать, мне кажется. Сейчас, когда после линки. Ну, снипер. Говорят откровенно, вон, ну, вероятно, да. Ну, снайпера, они все такие, собственно. Их беда в том, что они шрапнель не качают, поэтому не могут фармиться на лейне нормально. Как бы шрапнель на снайпере надо апать, мне кажется, хотя бы до двоечки. Первыми скиллами. То есть не рассчитывать на то, что у вас будут станы и беда, там. Грубо говоря, да, вот эти вот микростаны. То есть, ну, микростан единичку качнул первым скиллом, потом рейндж поднял, и потом все в шарпнель выкидывать, чтобы не давать пушить сопернику. Так, ну я в пуш играю. Особо даже не парюсь. Вряд ли ты умрешь, ты выживешь. И он огра, да, добивает. Ух. Блядь, зябните куру, заебали. Очень неплохо Скайврас играет, на самом деле. Так вон, петух еще есть саппорт. И убиваем Таурку. Так, щиток выключу. А, секунду. Продолжаем фарм. Я вниз иду. Снизу нас встретили. Туда... Нет, туда лезут все равно. Так, ну тогда врубаем щиток и сейчас в него полезем кого-нибудь встречать. Да, все разбежались. Не судьба. Кто сюда летит? Собственно, линкам, скаде и даже, наверное, да, рапиром. Банально и просто. Так, ладно, там не паримся, там без меня разберутся. Наше дело маленькое, наше дело фарм. Так, минус 2, да, получили. Ну, идем по таурку, полезли. Так, и мне надо убегать. Щиток. Врубаем. Побежали. Байтим, не байтим, а кайтим. Медуза, там еще дум сзади. Да, нормально, убегаю вроде. Да, все, убежал. Пойдем сейчас вот эти вот паки убьем дракончиков. Если вы играете за светлую сторону, да, то тут вот можно очень хорошо медузы вообще стакать и убивать вот эти вот все паки дракончиков даже на первом левеле. Есть такое, ну, такое, скажем,
Даже можно сказать, такой даже баг есть. Так, это уже можно вырубить. Еще надо руну чекнуть, руны нет. И пойдем, наверное, да, регенчик возьмем. Крылечком. Так, ну вот наши отдаваться стали саппорты. И вот тут уже надо, да. Тут уже надо более осторожно играть начинать. Не смогли запушить, то есть, возможно, даже из-за меня не смогли запушить. Потому что я нублем. Не пошел в пуш. Так, Мистик Снейк. А, лови. Тут забираем. Тоже забираем. Ждем, пока отрегенимся немножко. И осторожненько со скайвразом бегаем тут. Ну, поймали огра. Ах, прожал. Так, это убираем. Добиваем. Еще и паки тоже можно. Ну вот, изи фарм. Короче, изи каточка пошла. Снова 9-24 счет. Главное снайпера не давать раскачать, да? Не давать снайперу кач, и все будет нормально. Так, это отпушиваем. Там внизу замесом. У меня ульта нет. Да, кентавр умер. И дальше продолжаем фармиться просто банально. Так, это берем. К нам. Так, вот внизу дом бегает. Ульты, правда, нет, но попробуем убить. О, да, это печально. Мистик Снейк пошел. Так, убегаем или нападаем? Убегаем или нападаем? Никак. Видимо, придется убегать все-таки. Неохота мне туда лезть. Одному. Ну, домогай, нет с руки, как бы, просто. Не забираю. Гора Шана попробуем. Отойди, я потанчу немножко. Ну, щиток есть, переживать не стоит. Манореген есть, хп-реген есть, как бы. То есть все нормально, в принципе, даже. Так, ну мне щиток не надо брать, потому что я не лезу. Вот им другой возьмет. Линка наша готова. Собираем линку. И нормально. Ах, обломали. Так, это
Забираем паки. Линка летит. И теперь Скади, а потом да, рапиру будем варить со Скади. Скади очень много живучести даст на самом деле медузе. То есть у меня уже сейчас живучести, да, довольно много. Мана регенится очень быстро, много хп. Есть агилка. Вот, а там будет еще больше. Так, сюда заряжаем. И лезут. Так, добиваем. Минус 2. Ну и все, можно не бояться дальше лезть просто и все. Как бы нам там никто ничего не сделает. Так, забираем. Так, ну там уже толпа, надо осторожным быть. Мы тут не утащим троем всех. Так, давай, заряжай. Туда идем. Огр идет. Огра встретили, который решил выйти за Таур. Ну все, надо пошли дальше. Думаю. Крипстат у Медузы очень быстро растет, да, вот эти уже 142, 25-я минута, ничего не делаю вообще. Просто хожу и гончу, еще умудряюсь как бы крипаки убивать. Так, это забираем. Павочку тоже прожимаем. Да. Вот эту вот штуку начинаем собирать, собственно. Счет разгромный. Лучше бояться нам нечего. Сало дай. Дум, ёпта. Еще ульта снайпера без брони. А, не, моя ульта. Перехили. Так, нормально уходим. Пиздато, бля, играть за Сларка. Ну, КД небольшой, у нас 90 секунд, особо не переживаем, что ульту никуда пустили. Хотя кого-то вроде даже и забрали. Ах, ушел. Кентавр умер. Ладно, идем нижнюю таурку тогда ломать. Дамага немного все еще у медузы. Надо что-то на дома говорить. Паки его ты убиваешь прям так. 4 ударов. Нейтральный уже дом. Да, дамага немного. Тарки все поломали. Игра вообще халявная какая-то. Откровенно. И они лезут дефить, да? Но если идти в пуш, мне кажется, идти на лопамиду, как, потому что мид это... Вот наиболее просто убежать будет, во-первых, а во-вторых, да, наиболее важное направление, то есть наиболее короткий путь до базы противника. Так, дом нас хочет убивать, но мы им не дадимся. Опять Куру все юзают, не дают нам привести то, что нам надо.
Умника забираем тут, которому уже откровенно пофиг. Так, кентавра на следе, да? Нет, нормально все. Ну чё, го? Ебать, куда вы лезете? Ну вообще-то у них минусом не было, как бы, наоборот, именно вот сейчас она была лезть. Так, это везем. Реген сейчас вообще будет хороший. Дамаган тоже прибавится на 20-ку, да? И выживаемость возрастет в значительной степени. Снайпер, снайпер вроде умный, есть, качает. Ульта умника пошла. Осторожно идем вниз, врубаем. Щит. И за мной тут. Надо удирать. Удирай, удирай. Давай. Так, вот тут так стали. Развернулись и назад. Потому что, да, Тинни тоже убегает. Щиток. Один. Ну и все, собственно, прошли. Хотел сказать прошли, но победили, скажем так. Забираем все. Тоже все забираем. И, собственно, вот она наша Скади, и теперь собираем рапиру уже. Очевидно, наше преимущество. Полная халява. Так, давай, ну. Скади везем. Ну, довольно неплохо, на самом деле, прокачали за 30-ю минуту. Есть Мейлсторм, есть Линкенсфера и есть Скади, как бы. 3 слота уже затарили, ну, 4 вот. Еще есть фастбуцы тоже, которых никуда не деться, не надо одевать. Рапиру, в общем, собираю. Ну, видимо, всем уже все равно. Так, и настреливаем. Они разбежались все. Ладно. Развернулись и пинаем бараки просто. Сюда лезть не надо. Сюда мистик снэк. Убиваем паки. Так, развернулись. Идем снайпером. Ходим. Так, ну умник, видимо, отдаваться идет уже откровенно. Да, умника забрали. Но он уже так уже играть вообще нет никакого желания. А, снайпер, да, у него хиста немного, его огр бафает просто на 40%. Снайпер там поди вообще голый ходит. Ну, басит.
продолжаем выфармливать. Никак не убиваем. Глаза не смотрят, ДПСа нет. Так, вот она была, видимо, дума. Ульта. Еще один пал. Да, снайпер. Очередной пень, который... Хей, снимайся снайперу. И думает, почему не тащит? Вот поэтому не тащишь, друг. Потому что хейста у тебя нету. Скорость атаки слишком маленькая. Так, и все. Остались только топовые бараки, и нам уже рапиру тут никак не замасить. Уходим. Снайпера вообще не боимся. Это убиваем. Это убиваем. Вот и все. Так, это забираем. Идем пушить мид. Так, там думу сложить надо. Просто снайпер нас не может убить, просто не может. Так, ну рапиру можем сбегать, собрать, но в ней уже нет никакого смысла, собственно. Все, минус 3 стороны, и вот уже трон. Реген 9 и реген 11, то есть постоянно реген перерос хп идет жесткий. И вот такая вот Гаргона персонаж у нас, Медуза, да. То есть очень много фарма у нас есть изначально, очень быстро одеваемся. Так, палочку давай. Нет, нет. А, нет, все. Победа. То есть вот сколько мы играли сейчас. Посмотрим. Играли 36 минут всего, да, и за эти 36 минут такого ненапряжного фарма мы убили 238 крипов. То есть. Если поделить, да, то очень много. То есть это первый крипстат у нас на карте. И, в общем, да, сплэш от Гаргоны просто делает свое дело, добивает крипов, и у нас очень быстро крипстат растет, очень много голды, очень много артов появляется. Очень выносливый становится, очень живучий. Но при этом, да, мобильность немножко страдает у Гаргоны. Нет никаких сейвов, да, кроме как вот этого мана-шелда. То есть никак нам не убежать, если мы уже залезли в драчку, нам уже придется, вероятно, драться до конца. Оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и продолжение оно обязательно будет.